Ну что, банда? Пойдем попробуем. Да, наступил у нас второй день, да, брателло? Третий. Третий, да? Конечно. Брателло меня завел в какие-то секретные места. Ну, глубина даже водомет не проходит. Куда-то меня брателло повел. Тут, смотрю, даже уже идет. Или снежок был. Таял, не дотаял. Ну, вчера... Мы тогда так мерзли, потому что тень, солнце не падает. Такого дубака стояли. Вчера сели все мои аккумуляторы и вечерний зверский клев. Не удалось заснять. Первая поклевка, да, сегодня? Да, сейчас мы помогаем. Мути-жути. Не разбирается, что? Я смотрю пока. Я пока еще в сомнениях. Ну, какие-то... утренние вялые поклевки. А вот это клюет. Брателло, поздравляю тебя с первым сегодняшним хариусом пойманным. Вчера вот эта мушка сделала мне вообще сказочную рыбалочку. С такой фосфорной головкой. Просто огонь. Пробовал, обкатывал мушки ближе к натуральному, с лапками, как веснянка, от живой не отличить. Мне нравятся ему натуральные мушки. Видно, в воде эти натуральные мушки выглядят не так, как мы их вяжем. Вот, а вот это вот зашла ему прям по душе. Ну, брателло начал помаленьку. Клиночек. Ну да, этого отпускать надо. О, хороший, да? Давай, я так, чтобы это... Давай. Рыбач, рыбач. О, уже нормальный хариус такой. Ну, нормально. Андрюха подраскачал место. Даже краем глаза подсматриваю. У меня тоже вон тут какие-то поклевочки идут. Но я пока не могу реализовать. Что-то тут тоже пару раз долбануло. О! Видите, это моя первая пойманная рыба. Ее надо отпускать. Такого мелкого хариуса. О, брателло там нормальных долбит-то. Ну, тоже место кидаю, и твоя сиреника. Да. Беги, красавчик. Сиреника работа, да? А, блин, тут другой нету. Да? О, давай. О, вообще нормальный хариус. О, хорошая хариуза у брателлы поперли. Я вижу на этом, ты видел, на спокойной воде. Такие камни. О! Мой второй хариус за сегодняшний день. Такому красавцу мы подарим свободу. Очень маленький. А вот этот уже поинтересней. Хариус, да? Да, хороший. Вот с такого размера уже можно начинать, наверное,
брать. Видите, фосфорная муха с фосфорной головкой работала не только вечером. Работает и с утра. Вот он, еще один, еще больше. Этот уже нормально такой, в руку не помещается. И муху, смотрите, жадно заглотил, только головку видно. Как теперь доставать-то у тебя? Редкие случаи. О! О! Вот это хорек был! Просто здоровый! Вот это хариус! Грамм, наверное, 700-800. О, клюют, клюют. Ну там ближе лимон будет, может. Ну вот еще один. Я не знаю, я таких, наверное, сковородочных отпускаю, Андрей, да? Ну смотри, это сам. А нафиг. Че, брать уже так кабанчиков? Опа! Что-то опять начало подклевывать. Видишь, муть поднамутил прямо из-под ног. Как можно слева тебя встану? Да без проблем, подходи, что ты. О! Брай, да? Я таких уже штук 5 выпустил, вот таких вот. Что там за хуйня? Лень. Но. Ты куда, братан? Туда не ходи, сюда ходи. Вот. Ты клинка должно быть, там лишь. Ну, ничего, вот такие грабли, таких нужно брать. Хе-хе-хе. Дельфин. Опаньки, ленок. Андрей сказал, мы такого сегодня поджарим. Да, брател? Да. Я большие камни разгребаю по сторонам. Да. О, брателла хариуса хорошего поднахватил. Ну да, а такой же ушел. О, линь, Андрей. Брателла тянет ленка. Идет неравная борьба. Брателла его все равно забодает. Отпускай, конечно, этого линя маленького. Чё ты? Да, мы-то берем от килограмма хотя бы, лучше от полтора, а лучше от трех. Чё ты не подсекаешь? Да потому что непонятно. Ой, блядь. Хариус. Хариус нормальный, да, брателла? Зачетный. О, хороший хорюзок уже, душу порадовал. Опа. Вот такая вот муха. Просто им заходит. Как бальзам на душу. О, брателла тоже хариуса. Поймал. Аж в руку еле помещается.
Андрюха, каких хорюзей дергает. Монстры. Нормальная хорюза даже в руку еле помещается. Чтобы его обходить, приходится выжимать как губ. А самый интересный, что он к ногам подошел, так, под ног берет. Да. О, брателло тоже один за другим долбит. Опа. Все, блядь. Даже здесь крупняк, наверное. Да? Такие средненькие хорюски. Блять, линь большой. Ушел. Вытаскиваю? Да. Да. Очень сильный леночек. Красавец, за самый краешек. Да. Ой-ой-ой, Андрей. Да, вот это да. Двумя руками махи, смотри какие. Даже фрикцион на катушечке начинает. Даже от дна не могу оторвать. Ага.
Давай, иди сюда. Будем тебя принимать. Опаньки. Лень. Давай, иди сюда, тебя жду. Мне ложить некуда. Да, спасибо. Да. Мандаришка, кайф. Наподобие. Что-то нашел, но сейчас не стал ее. Ее надо перевязывать. Даже близко такой нету. И тоже такое что-то непонятное. Серо-болотно-зеленое. У меня тут на желобе линки. Вот еще один, Андрей. Смотри. Видишь? Я почему не ухожу с места? У меня эта муха по линкам бесподобно работает. Муха, наверное, тоже ловится? Да, тоже ловится. Мне харюза не нужны. У нас с тобой разделение коллективного труда. В другом месте. Ну что, не будет, вон у тебя. Тащи вон хариус какой. Хороший харюзок. На сиреньку? Да. Вот видишь. Ой-ой-ой. Да. Не, хариус такой. Хариус такой? Да, хариус. По-моему, не хариус. Точно хариус. Нифига себе хариус. Нормальный? Я таких ловил. Здесь. Красавелла просто, да? Угу. Че? Даже в руку еле влазит. Хороший хорёс. Я так постою минут 10, наверное, подучу. Да, ты время не теряй. На тебя, закину его. Кашу какую-нибудь. Лень. Смотри. Да, вижу. Или хариус. Оставить. А, не, лень. Длинный. Хариус, да? Да. Линок, клюнок. Иди гуляй, красавец. О, Бартелла хариуса тоже крупного тащит. Сорвался хариус. Такой еще средний, который не с тем, что здесь ловит. Вот один вот. Вижу, вижу. Ох, нифига!
Ой-ой-ой! Я только хотел это, к берегу идти. Да, я уже видел, уже отходить начал в сторону, освобождать тебе дорогу. Ну вот это, наверное, килограмма на 3 был, выскочил такой. Просто хороший линь. Скорее всего, на кабаньку, наверное, присосал. Смотри. Хариус, да. Два отправляю, да? Ну, ролика. Угу. Не полных ролика, а отрезы. Ну, надо материал там, допустим. Один заказ там 15 метров, а второй заказ 10, да? Они отправляют, да, сейчас? Ага. Все берут как в одно место, да? Угу. Если отправлять энергию, ну, я там плачу, допустим, 400 рублей. Ну, надо без. Вот наш с брателлой дообеденный улов. Вот такой вот скромный. Все, мелочь не брали. Чисто отборных. Нифига дерево. Тут как минимум, блядь, 4-5 обхватов у ствола. Да. У этого. Помнишь, мы тогда мерили 6 обхватов? Да. В верховьях. У нас средний возраст деревьев в пойме 600-700 лет. Прикинь? Да. Ну что, банда, вон всплески мощные. Андрюха уже там тягает один за другим здоровенных хорюзов. Сейчас еще сделаем вечерний аккорд и финишируем на сегодня. Вот, давайте попробуем. Со мной вчерашняя муха. Вот она с фосфорным шариком. Попробую ее обкатать, как она сегодня будет работать. Вот. Сразу же оп, ушел хорюзок. Первая проводка. Сразу поклевка хариуса. Сейчас мы им тут подмутим вкусняшек. Малышам-карандашам. Опа. Прощелкал. Увлекся работой ногами. Отрегулируем спуск. Еще одна поклевка. О, хороший хорюс. Только с третьей поклевки смог я его дернуть. Еще одна, еще один. За сутки рыба катится, осень. За сутки они тут подскатились. Топит, 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 топит. Поплавок. Этот малыш у нас маленький. Иди гуляй. Еще. О, а вот это уже то ли линь, то ли хороший большой хариус. Даже от дна не смог оторвать. О, хороший хариус. Пойдет. Красавчик. Прямо из-под ног.
из-под самых ног. Еще один зачетный крюзок. Ага, что-то шевелит. О! Ох ты! Ай-яй-яй. Ушел, красавчик. Хороший хариус, хороший. Ну, пока уменьшим популяцию. А, леночек маленький к ногам подбежал. Андрюха там стоит, тоже тягает. Не кисло. О, хороший хорюзок. Ладно. Чё? Да, так, потихой. Вот потихой они клюют. Маленький леночек. У нас клюнул. Оп, сорвался, отлично. Все равно его нужно было бы отпустить. Ой, малыш какой. О, хороший хариус из-под ног схватил. О, или... Кто там? Не ленок маленький. О, здорово, сам отцепился. Все равно его нужно было отпускать. Хариус. Еще хариус. Ну, этого мы сейчас отпустим. Малыша карандаша. Беги. Это хариус. Беги, малыш. Так, прямо из-под ног. Хороший хоризочек. О, хорюзок хороший. О, хороший хариус. А не ленок. Малыш. Беги. О, вот он, вот он, один экземпляр все-таки, аж фрикциончик заработал, четвертый все-таки. Четвертый засекся, посмотрим, ну не особо большой, но...
Да. Вот такой вот линь. Ну что, банда, наше время с брателлой подошло к концу. Там вот стоит брателла, мутит. Сейчас поеду его забирать. Вот. Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх. Пишите, комментируйте нашу рыбалку. Ну, а что я могу сказать? Только до свидания и до новых встреч.